будто бы на работу опаздывает. Дома точно такая же качель. Дома придем, я тебя посажу и покатаю. Надо сделать.
Я еще не подключил.
вообще. Там еще маски сжигают. Мне не повезло. А когда будут сжигать? Давайте в пакет, да, сделаем. Слушайте, давайте в пакет, не все равно. Сделайте килограмм. Дальше посмотрим. Чтобы я потом мучу. Я получу в пакет. Чем хотите, тем и есть готовые, если хотите. Ты, спасибо, давай, расправься, хорошо. А? Две штучки вам? Сметаны нету. Без сметаны, знаете? Thank you.
Продолжение следует...